Так, приветствую зрителей моего канала. Сегодня будет у нас жареная картошечка с грибками. Сходили мы в лес. Мы смотрели предыдущие видео. Я надеюсь, а кто не смотрел, те подпишитесь на канал и заходите в плейлист, смотрите. Так, грибочков мы, конечно, собрали предостаточно, чтобы их нам пожарить хватило. Так, вот видите, смотрите, как они бывают немножко с виду хорошие, а попадаются в дальнейшем червивые. Но это не столь страшно. Так, сейчас вот этот вот путевый грибок пока туда скинем. И вот это вот мы уберем. Все тщательно убираем. Так, ну и все. И тут, по сути, порежем. Так, ну это все у нас уже чистоганом здесь, поэтому шляпку на вот так вот порежем. Так, берем следующий гриб. Вот, видите, с травинкой с какой. Пишите в комментариях, как травинка это называется. Кот сидит у нас, умывается. Чисто плотный кот. Так, ну вот это все счистим, да, по-бырому. Быстро все это дело делается у нас. Так, вы тоже, кстати, сходите хоть в лес этот самый, как там его. Кто вот хочет ютубом заниматься там, запишите видео. А что дома-то сиднем сидеть? Вот так бы вообще шикарненько все. Ну, шляпку так оставим. Небольшая, да, шляпка? Что ее, по сути, жарится она. Тем более, вначале будем там ее отваривать ненадолго, поэтому все будет нормально. Ну, все грибы я вам не буду сразу, говорю, на видео показывать. То, что сколько грибов мы собрали и как я их чищу. А то вот как с треской. Я же старался все полностью досконально показать. Мне потом уже писали, что трески много, что столько не надо, очень много. Все и так, говорит, подробно, мы все знаем, верим, все нормально. Поэтому грибов мы собрали, конечно же, хорошо. Ну, тут червивое что-то попалось. Сейчас это мы, вот этот мы скинем. Вот. И поэтому, то есть, ну, здесь вот так можно несколько частей. И поэтому я сейчас немножко запишу, буквально минут 10, как я чищу грибы, да? Недолго, чтобы было. И все. И буду уже жарить, уже будет отдельное видео. Потому что в это я уже не укладываюсь никак. А если все,
снимать, как я жарю, то ролик будет слишком долгий и не все будете живы смотреть его, вы же сами понимаете, знаете, поэтому как-то так. Вот. А так вот смотрите, то есть такой вот. А, смотрите, видите? То есть вот чистим, смотрите, грибы. И попадается ножка червивая. Тогда ее вот так вот убираем. Здесь можно вот так вот ножичком вырезать. Так, сейчас шляпу мы посмотрим. Вот, шляпа, смотрите. Чистая, чистоганом. Так, это мы сюда убираем. Здесь у нас уже, видите, тут у нас уже хорошие грибы. Потом, что у нас есть. Вот еще такой грибочек есть. Сейчас я сразу тогда видео выложу. Не буду тянуть. Без монтажа сделаю. Чтобы время не терять. Уже хотите сразу все увидеть. Поэтому. Так, ну здесь смотрите, тут что-то у нас. Так. Как-то я разговаривал. Так, вот это вот. Здесь вот такие вот кровоточинки. Не кровоточинки это называется. Это у нас получается такие не очень. В общем, все это вырежем. Так. Все. Особо крупными не будем делать. Надо, чтобы было все. Вот это что-то я не пойму. Оно тут непонятное. Ну, хорошие грибы я буду уже. Сейчас посмотрим, какие будут. Так уже после там будем делать. Грибов, как я ранее говорил, предостаточно. Поэтому все, конечно же, я свой влог веду. Вот видите, такой вот кровоточенькое. Вот это вот убрали так вот, да? Все. Ну, как репа, смотрите, вообще плотный такой, четкий. Вот так вот почистили. Смотрите. Шикарно как вообще. Просто шикарненько. Все. Так, еще грибочек. Вот серенький взял. Красненькие были боровички. Взял серенькие. Так. Единственное, вот дожди тут шли где-то целый месяц. А сейчас 3 дня погода постояла. Солнечно. Не знаю почему, но что-то вот сухо-сухо в лесу. Ребят, сухо в лесу. Видите, специально нож наточил. Посмотрите там вот в плейлисте, кто не смотрел. То есть, как заточить правильно ножи и как заточить неправильно ножи. Видите, в общем, округленно сделал, чтобы не порезаться. И вот дома болгаркой заточил как бы вообще. То есть, именно такой лесной нож специально сделал. Все оно было сделано специально, поэтому, ну, чтобы было все четко. Вот. Все, и вот еще шляпочка. Вот так вот очистим ее немножко. И все, дальше смотрите ролики, что я буду с этими грибами готовить. То есть как
будем промывать, отваривать и как будем жарить их с картошечкой. С картошечкой будем жарить их. Так, тут что-то у нас тоже подлиннее такое. Милое дело. Ну, это у нас гнилье тут выкидываем, ничего страшного. Грибов так у нас предостаточно, как я говорил ранее, поэтому ничего страшного. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.